Жара, благоустройство не помеха. Работы сегодня идут в 8 дворовых территориях. Где и что уже сделано, расскажет моя коллега. Трудно работать в такую жару. Да не, нормально все, исправимся. Завтра завершим здесь, в этот двор. Конечно, жарко. Рабочим приходится укладывать асфальтовое покрытие, температура которого достигает 180 градусов. Погода такая, что яичницу можно поджаривать на новом асфальте. Шутят рабочие. Однако существуют жесткие сроки выполнения работ. Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу Весенняя 102-104, Подольская 113 завершается. Здесь увеличили парковочные места. Для тех людей, которые были против парковки, мотивируя тем, что зеленение будет сокращено, мы этот двор планируем включить в осеннюю акцию «Посади свое дерево». То есть мы планируем сюда приехать, посадить деревья с жителями. Напротив дома 102 появится небольшой песочный городок с малыми архитектурными формами, это лавочки и урны. А за домом 113 появится небольшая площадка для воркаута. Тренажерный зал под открытым небом, воркаут-площадку, конечно же, ждут прежде всего мальчишки. Теперь им не придется тратить время на дорогу до спортзала. Рад, что у нас во дворе теперь будет воркаут. Буду ходить здесь заниматься. Перемены во дворовой территории, новые пешеходные дорожки к магазинам уже оценили жители. Очень красиво, хорошо. Я думаю, что это будет аккуратно и чистенько все. Спасибо вам. В этом году по программе губернатора Андрея Воробьева формирование комфортной городской среды в Серпухове свой облик поменяют 8 дворовых территорий.